Родственникам неизлечимых больных нужна особая психологическая помощь, а самим пациентам – качественный медицинский уход дома и в стационаре. Проблемы паллиативной помощи обсудили врачи на форуме во Владикавказе. Специалисты, помогающие неизлечимым больным, уже в третий раз приезжают со всего Северного Кавказа. В Северо-Остинской медакадемии участники мероприятия обсудили важные аспекты оказания помощи взрослым пациентам и детям. Говорили об организации терапии. По итогам форума составят рекомендации по повышению качества оказания помощи как в Северной Осетии, так и в других регионах округа. Напомним, что паллиативная помощь – это комплекс медицинской, психологической, социальной и духовной поддержки пациентов, чья болезнь не поддается лечению. Сейчас паллиативная медицинская помощь активно развивается, и она является отдельным видом медицинской помощи. Но она для того, чтобы была доступна и своевременно нуждающимся пациентам, и взрослым, и детям, она должна быть знакома и несколько интегрирована в систему здравоохранения. Врачи первичного звена, врачи-специалисты по роду своей деятельности, часто встречающиеся с неизлечимыми пациентами в хронической стадии или в терминальной стадии, они должны знать основы помощи этим больным.